Все-таки на. Дай руку. Снег. Обалдеть. Класс. Дело в том, что когда села в фуникулёр, в этот автобус, и хочу сказать, что там одни старые пожилые люди катаются. Это значит то, что... Видишь, сапожка идёт? Это значит то, что люди, которые уже состоявшиеся, которые выросли, которые имеют уже пенсию хорошую, они швейцарцы. Они могут себе позволить за 50 евро подняться на вот эту красоту. Поднятие на эту гору стоит 47 евро для одного человека. Здесь ты можешь гулять по горам. Вот там есть такие тропинки. Это очень большие. Это просто так кажется. На самом деле это очень большие горы. Вот. Не знаю. Я, короче, уже была где ты хочешь только. Я хочу, чтобы ты тоже там побывала. Все, давайте поцелуй за мимо Тея и Марка. Уж
хорошо заложила. У меня аж дух захватывает. Ой, мамочки. Сила. Блин, как страшно. Ой, сила. Уши залаживает. Уши залаживает. То у меня руки трясутся, так что капец. Ну, красота. Очень сильно. Рисую моя красота. Слышно, на какой высоте они работают? Это капец. Просто паришь в воздухе, да? Там где-то наша машинка стоит. Бедненькая. Ой, мы уже поспускаемся. Красиво. Уши заложила. Ой, капец. Просто болтаемся в воздухе на вот этих веревках. Всем тон эти веревки выдерживает. Это парковище уже полное. Спускается второй вагон обратно сюда. Получается, у них два вагона. Один поднимается, другой спускается. Тут уже, да, того уже все, того не видно. Тут уже ушел в облака, а этот появился.
есть водопадик маленький такой. Вот. Как ниточка спускается по горам. Но а наш вагончик приближается. Но он нормально, еще далеко он, это так кажется. Но он еще далеко. Нет, я в курточке еду. Все, мы едем дальше. Вот такая у нас поездка сюда была. Ну ничего, обязательно приедем еще раз. Возвращаются обратно.